Здравствуйте, девочки, здравствуйте, мои любимые, здравствуйте, мои дорогие. Девчонки, злая, как собака. Злая, как собака. Не знаю, с этим дебилом моим поругалась. Я вот сейчас начнете, да? Не надо мне сейчас ничего говорить, ничего мне не говорите. Не надо мне писать, он не дебил, он твой муж. Да, больше меня ты его любить будешь. Девчонки, вот смотрите. Помогает все через задницу. Все через задницу, лишь бы помочь. Но не хочешь делать, не делай, да кто тебя заставляет? Кто тебя заставляет? Ты же сам решил мне помочь. Я тут один сок делаю, девочки. Сейчас я вам рассказываю. Я тут один сок делаю. Для него, для моей доченьки сок делаю. Потом думаю, давай лимоны тоже сделаю, выжму лимоны. Лимоны выжала. И у меня вот эта машинка есть. Я ее как будто сглазила, девочки. Сколько лет этой машинке? Как я за ней берегу? Я ее берегу уже столько лет, девочки. Сегодня хочу сделать сок, чтобы утром на завтрак. Понимаете? На завтрак хочу сок. Открываю. А здесь этой пиндурки нету. Вот, которую на нее сажаешь, и она крутится. Звоню я ему на работу. Эстеван, он говорит, что? Я говорю, тот день помнишь, что вот эту штучку мыл? Ну что там ее помыть, девчонки, полоснуть и все. Где, говорю, эта пиндурка? Он мне таким этим жаргоном, девочки. Откуда я знаю? В кармане у меня, наверное. Я ему, слушай, говорю, я уже, говорю, час, говорю, по дому лазю, ищу, говорю. Вот, девочки, вот что за манера есть у них, да, вот я не знаю, у моего или у ваших тоже вот так, да? Все через задницу, девчонки. Ну, помог, поставь на место, его место, у каждой вещи должно быть место, понимаете? Короче, не могу найти, злюсь, короче, не могу найти, обратно к нему звоню, Эстеван, вспомни, подумай хорошенько, куда ты его поставил? Откуда я знаю таким еще грубым голосом, девочки? Ну, я, конечно, девочки, разбудил он меня, во мне льва. Я думаю, ну, подожди, приди с работы. Пошел с работы, че кушать здесь? Я говорю, ты что так орал, говорю, мне по телефону? Ты что, говорю, здесь понты мне колотишь, говорю? Я же говорю, нет, девчонки, профилактику надо делать. Если эту профилактику, девочки, не делаешь, я не знаю. А что, вот так постоянно, что ли? Что, постоянно орать, что ли? Что, он забыл, что ли? Недавно только я вот звездела, недавно только. И он мне говорит, я ее не мыл, это ты, наверное. Ох, девочки, как мы начали ругаться. Как я начала ругаться, девочки. Говорю, ты что, дуру во мне увидел, что ли? Ты что, я думаешь, не знаю, что ли? Ты вот здесь стоял, его мыл. Я своими глазами видела. А он мне такой, мало ли что ты видела? Ох, девки, наорала, накричала, девочки. Не разговариваю с ним целый день. Даже дверь закрыла. Видеть его не хочу. Скотина. И мне говорит, большая проблема, взять и новую купить. Конечно, потому что, а почему я должна новую купить? Она у меня как новая. Девочки, она у меня новая. Вот где эта пиндюрка? Вот где она? Нету ее, девочки, нету. Где я целый день? Я до 4 сегодня, девочки, искала эту пиндюрку. До 4, девочки, искала я ее. Для кого-то не важно, для меня важно. Для меня важно. Он такой, это не важно, говорит он мне. Ну, конечно, для... Девочки, я все храню. Понимаете, я очень люблю. Все, что у меня есть, я люблю аккуратность. Аккуратность. Ты мне помогаешь? Аккуратно мне помогай. Не делай мне как попало. Я же тебе кушать как попало не делаю. Я же тебе кушать как попало не делаю. Раз так задумала, взяла фаер и налила на его еду. Я же такое не делаю. Сейчас сидит как мышь там. Как мышь сидит. Ох, девочки, как он меня иногда злит. Девочки, он замечательный, он великолепный. Если он делает то, что он хочет, выйдет во двор, начнет круги мочить, там чуть-чуть сделать, тут чуть-чуть сделать, а по дому мне помочь нельзя, да? Я же выхожу ему по двору помогаю, я же поливаю, я же ему тоже все во всем помогаю. Почему он мне по дому помочь не может? Все на мне, понимаете, девочки, все на мне. Я и так болела. Я вот эти дни, которые болела, девочки, вам видеть просто.
везде срать. Все вот так запихали, как будто, знаете, девчонки, назло мне делают. Ребенок, ладно, он маленький еще. Ну ты? Не знаю, девочки, у вас тоже вот так, да? У вас тоже вот так? Что им попросишь, да? Вот как будто назло делает. Как будто назло делает, девочки, чтобы больше не попросила. О, как я устала от этого всего, девочки. Вот этого всего, что... Вот, не знаю, девочки, я просто устала, девочки. Я действительно устала. Никакой помощи. Ни от кого нету. Ни от кого нету никакой помощи. Даже моральной. Сказать, какая ты молодец. Мне, мои подписчицы, я ему говорю, больше мне комплиментов делают, чем ты. Он такой, а что? Я тебе не говорю, что ли? Я говорю, а что ты мне говоришь? Я говорю, ну хоть сказал, ой, какой у тебя дома порядок, что это, какая ты молодец там. Ну похвали до меня, нет, да? Откуда? Нет. Он такой, ну это ясно, что ты хозяйка хорошая. Что тебе, это говорить надо, что ли? Конечно, надо. Конечно, надо. Мне нужно иногда бывает. Ну сейчас он меня попросил, этот дебил, макароны. Я же ему туда... Не налила что-то, что-то то, что ненужное. Девочки, смотрите, вот то, что я купила. Я же вам ролик делала. То, что я купила, вот смотрите, как хорошо. На кнопочку нажимаешь, и водичка идет. Так и удобно, девочки. Вообще хорошо. Короче, девчонки, злая я. Вообще не знаю. Надо эту вещь убрать уже отсюда, ну, когда за воду закончу. Вот так. Мясо чуть-чуть пожарю. Хочу макароны ему сделать. Макароны он хочет. По башке я бы ему дала бы, девочки. Просто вы сейчас скажете, ой, за такую мелочь. Да это не только из-за этой мелочи, девочки. Это вообще в общем. Это вообще в общем. Я ему говорю, вот подождите, девочки. Я не знаю, может, я такая дура, девочки. Может, так и надо? Вот искупался он, да, девочки? Элементарно, ты же искупался? Это же понятно, что это твое полотенце. Он берет это полотенце, обратно вешает туда же. Понимаете? А что, я должна после твоего искупания этим полотенцем, да, делать? Почему я, когда искупаюсь, вытираю себя, все, это полотенце беру, на стирку отправляю, а тебе свежее вешаю? А почему он свое полотенце мне вот такое вешает, девчонки? Почему он свои трусы на полу там оставил, девочки? А кто должен прийти эти трусы взять, нагнуться? Почему-то я должна... Где написано, что это я должна делать? Скажите мне, девочки. Элементарно взять, пойти стиралку поставить, где стиральные вещи. Нельзя, да, девочки? Нельзя, да? Это нельзя сделать. Это тоже мне надо сделать, даже, девочки? Он испался, я должна пойти за ним, вот так сделать, пену вот это все убрать. Я должна пойти за ним, да, девочки? Это моя обязанность, да, девочки? Короче, не знаю, девчонки. Не знаю. Он такой, ой, ты из-за такой мелочи. Ну, конечно, это для тебя мелочь. Это для тебя мелочь. А если это для меня не мелочь? Потому что это же элементарно 10 минут твоей работы. Да, элементарно 10 минут моей работы. Но я же могу эти 10 минут другую вещь делать. Почему я должна за тобой идти убирать? Почему? Почему ты, когда домой приходишь, обувь вот так снимаешь и заходишь? Почему? Почему? Ты издеваешься надо мной, да? Такое ощущение, что издевается, девочки, вот клянусь иногда. Вот сейчас я наорала, накричала, побежал, полотенце убрал. Мне надо орать, кричать, девочки. Понимаете? Понимаете? Я должна каждое утро вставать, идти к нему в туалет, зубную пасту его закрывать, девочки, щетку на место девочки ставить. Короче, все я должна. Чего, блядь, девчонки, не воду спускать? Ну это же ненормально, девочки. Мужику уже полтинник. Больше полтинник. Это же ненормально. Раньше, говорит, ты молчала. Раньше, может быть, я выдерживала больше. Сейчас у меня нервов нету. Нету у меня нервов, девочки. Нету у меня нервов. Я же не виновата. Нету у меня. Не остались у меня эти нервы. Раньше я молчала. Раньше я не молчала.
Раньше просто я делала, хоть недовольная, но делала. Не знаю, девчонки, вы сейчас, наверное, девчонки, скажете, вот, ты там жалуешься просто так, девчонки. Нет, девочки, это не просто так. Мне просто даже некому это сказать. Мне даже не с кем это поделиться. Понимаете? А его сестра мне звонит, еще глупости мне еще говорит. Не обращай внимания. А что ж ты не можешь не обращать внимания? Ты мне такие мелочи какие-то рассказываешь. Мужа она, видите, терпеть не может. Я же тебе не говорю, что я своего мужа терпеть не могу. Я тебе говорю просто, что я устала. Вот у меня для каждой вещи полка. Девочки, я не хочу сказать, что такая чистюля. Нет, девочки. У меня для каждой вещи... Вот он сейчас возьмет, например, что-то, да, вот с холодильника. Девочки, разницы нету. Бухнет туда это, и все, девчонки. Разницы нету, девчонки, что бы он ни взял. Ну, разве так можно, девочки? Я же тоже человек. Я же тоже человек. Элементарный человек. Элементарно чуть-чуть уважение ко мне предъявляй, да? Элементарно. Я ж тебе не говорю, чтобы ты ходил за мной убирал. За собой убери. За собой. Даже мне даже не убери. Не пачкай. Не раскидывайся. Каждое утро я должна ему грязные носки брать. С этого. Это вообще кошмар, девочки. Это вообще кошмар. Завтра мне на работу. Нахрене никакого. Он мне говорит, ты, говорит, за такой мелочи. Ты, говорит, из-за такой мелочи, говорит, такой скандал появился. Сейчас, говорит, пойду и куплю. Почему ты должен пойти и купить, когда у меня дома есть эта вещь? Че это, миллионерша, что ли? И так стараешься, и там как-то, и там как-то. Короче, вот так, девчонки, как мне это все надоело, девочки. Ой, как мне это все надоело. Мне иногда так хочется сказать, давай я пойду на твою работу, давай я твою работу сделаю. Ты сделай мою работу по неделю. Неделю, и так, как я делаю. Никак попало. И кушать готов, и на работу сходи. Еще улыбайся мне. Хорошо, когда я с работы приду? Я посмотрю, насколько тебя хватит. Сейчас скажет, какая я злая. Злая. Сразу говорю, да, злая. Стерва, да, нехорошая стерва, да, вот такая я. А что, вас мужья не выводят, да? У вас такого не бывает, что у вас настроения нету? Сейчас сразу сел там с девочкой. Не с ней. Боится мне на глаза попадать. Не то, что боится, не хочет, наверное, со мной разговаривать. Пускай не разговаривает. Пускай не разговаривает. Если хочет, пускай может пойти в гостиницу на пару недель. Отдохну. Отдохну. Вот так, девочки, короче. Сколько я заору. Ну, девочки, потом я быстро отхожу. Это тоже плохо, девочки. Потом я быстро отхожу. Вот сейчас он подойдет, человек мне скажет, все, девочки, я простила, я забыла. Но эта штучка так и не нашлась, девочки. Эта штучка так и не нашла, девчонки, как жалко, да? Это Мулинек, сколько лет ему, как я ее люблю, как она мне столько бедная, бедная. Вот добрался до тебя, балбес какой-то, и потерял эту штучку. Насадку, да? Теперь что мне вот с ней делать, да? Девочка, она же как новая. Вот что мне с ней делать? Выкинуть, да? И жалко же, девочки. Бедная вещь. А вы знаете, что у меня какое подозрение? Что он мусорку выкинул нечаянно? Он же такой балбес. Потому что я все перевернула, девочки. Я все перевернула. Я все перевернула, девочки. О, поделилась с вами, легче стало. Сейчас заскочу, орала, я скажу, что рассказала. Ой, короче.
Вот сейчас сидит, он с ней болтает, он там вещи его, трусы, да, висят. Это висит, то висит. Вы думаете, он пойдет соберет? Нет, девочки, не соберет. Ему это не надо. Он знает, что есть лакейка, которая придет и сделает. Понимаете? Так. Короче, девчонки, не в обиду, но злая, девчонки. Девочки, если бы я сегодня это бы сняла бы, YouTube меня просто бы забанил, сказал, вы что, если бы я сегодня сняла бы, как я здесь орала, кричала, YouTube бы сказал, не-не-не, нельзя, нельзя. О, я здесь опылала, девочки, пылала, орала, кричала. Девочки, я вам сейчас кое-что покажу. Смотрите, девчонки, как хорошо стало. Все, все поместилось. Смотрите, как аккуратно. Все сюда поставила, расчески, расчески. Вот так, девочки. Смотрите, как намного лучше, нет? Вот этого всего нету. Я еще одну такую куплю, сверху поставлю. Вот здесь у меня раньше зеркало было. Это зеркало я уберу. Это зеркало, вот эту вещь я уберу. И сюда еще одну поставлю. И вот так. Вот это все поставлю. Ладно, девчули. Короче, вот так. Вообще настроение нет. Даже ужинать не хочу, девочки. Так я расстроилась из-за этого балбеса. Так я расстроилась. Я вам серьезно говорю, очень расстроилась. Очень сегодня кричала. Вам видеть надо было, как я здесь нервничала. Как я здесь нервничала, девочки. Ну, вот куда он мог ее засунуть? Вот куда он ее мог засунуть? Только я думаю, что мусорку выкинул, девочки. Еще главное, же не признаются. Еще же не признаются. Еще жена меня наваливает. Еще жена меня наваливает. Понимаете? Вот в чем дело. Еще ладно сказал, ладно, извини, да, может быть, не знаю, куда поставил. Откуда я знаю? Нет, он же еще меня грел. Он же меня еще накалял. Он же мне еще говорил. Мало ли что, а может быть, это не я, может быть, это ты. Да, ты. Понимаете, девчонки, насчет таких вещей у меня такая память хорошая. Насчет таких вещей у меня очень хорошая память, понимаете? Очень хорошая. Я вот если поставила куда-то что-то, я всегда помню. Это, а если я не помню, куда я поставила, я начинаю думать, подожди, это, подожди, там. И все равно нахожу. У него вообще башки нету. Вообще башки нету. Ой, башка была бы, он до меня не дошел бы, девочки. Башка была бы, он бы до меня не дошел. Я вам серьезно говорю. Я вам вполне серьезно говорю. Как, девчонки, я сегодня нервничала. Как я понервничала сегодня. Как я понервничала. Потом думаю, разве это стоит? Но все равно, девчонки, обидно же, блин. Вот куда он ее засунул? Вот куда, если не в мусорку? Я уже не знаю, где смотреть. Я уже и в кастрюлю во все посмотрела, девочки. Я все перевернула на кухне, девчонки. Я уже и в мусорке полазила. Но я не помню, девочки, когда это было. Позавчера, мне кажется, это было, девочки. Позавчера. Я уже... Позавчера, раз так было, уже не помню, девочки. Уже не помню. Мусор я выкинула, не выкинула. Короче, вот так. Девчонки, если что... У вас тоже такое бывает или нет? Или только я одна вот такая? А? Или я только я одна такая? Девчонки, если что, не обижайтесь. Целую вас, девочки. До свидания.